Познайомтесь, Ірина Тернова. Майстер спорту з міжнародного класу, чемпіонка світу та Європи, абсолютна чемпіонка України з пауерліфтингу. До речі, в минулому працівник міліції. Спорт для неї не робота, а улюблене заняття. Аскет у їжі. Вважає, що задоволення треба отримувати не з їжі, а з інших моментів у житті. Любить халву з сиром. Улюблений фільм «Москва слезам не верит». Зараз тренується в напрямку воркаут. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в спортклубе «Жимстайл». Сегодня мы вам расскажем о первых шагах в тренажерном зале. С чего начинать? Первое. Базовые упражнения. Это тяжелые базовые упражнения. К ним относятся жим штанги лежа, становая тяга, приседания. Это стандартные тяжелые базовые упражнения, которые выполняются со свободным весом. И в этом мне поможет мой коллега, товарищ Александр. Выставляете уровень стоек чуть ниже уровня плеч, чтобы у вас была возможность подсесть под штангу. Берете руками захват полностью закрытый, то есть большой палец захватывает штангу. Шире, чем ширина плеч. Подсаживайтесь под штангу. Хорошо сводим лопатки. Штанга ложится на верхнюю часть трапеции. После этого вертикально встаем. Лопатки максимально сведены. В пояснице прогиб. Делаем шаг назад. Ноги ставим шире, чем ширина плеч. Мы сегодня в классическом варианте вам покажем. После этого делаем глубокий вдох. Взгляд направлен вверх. Выбираете себе точку и смотрите вверх. На вдохе садимся. Таз уходит назад. Саня, останься, задержись на этом. Колени должны развестись в сторону, но в проекции не выходить за носки. Бедро параллельно полу. И на выдохе встаем. Выдох делаем, проходя максимальную точку напряжения. Так мы подходим и возвращаем штангу в исходное положение. Вплотную, до стоек и вниз. Сейчас мы расскажем, о каких может быть первоначально возможные ошибки. Штангу кладут на шею. Сань, покажи, как не надо делать. Вот, подходят и на шею. Видно? Неправильно. Саня, следующие возможные ошибки. Колени уходят. Уходят колени вперед. Вот. Опять-таки, перенапрягается коленный сустав. Это ошибка. Так делать нельзя. И когда еще в конечной фазе, когда ставят, поясницу напрягают, когда большие веса, просто идет перенагрузка поясничного отдела, возможно, травма позвонка. Так делать нельзя. Сейчас мы вам расскажем о становой тяге. Правильная техника выполнения. Саш, давай. Подходим вплотную к грифу. Колени практически, голень упирается в гриф штанги. Дальше. Таз отходит назад. Пресс напряжен. Корпус остается в напряжении. В пояснице всегда остается прогиб. Бицепс бедра в напряжении. Опускаемся до момента захвата. После этого пятками упираемся в пол. И первая пошла макушечка, спина. И после этого включаются ноги. Выдох. Выдох делаем в момент прохождения самого тяжелого участка движения. Саш, давай. Выдох. В конечной фазе движения сводим лопаточки. Постоянно сохраняем поясницы прогиб. И всегда нужно делать это с поясом. Для Саши это слишком маленький вес, он может себе позволить. Самая любимая наша – жим-штанги. Мы покажем вам классический вариант выполнения. Более детально мы потом рассмотрим другие виды жимов штанги. Сейчас мы покажем вам, как правильно жать штангу. Первое. Сань, ложимся на скамеечку. Если у вас нету проблем с позвоночником, с поясницей, вы можете себе позволить делать мост, так как жмут лифтеры. То есть поближе подтягиваем ноги. Сань, подтягивай поближе. Зафиксировали. Больше никаких движений ступни. Ступни четко упираются в пол. Лопаточки сведены. Сводим лопаточки. У нас образуется мост. Почему мост? Чем выше мост, тем меньше амплитуда движения будет к штанге. Соответственно, будет меньше амплитуда движения, мы сможем взять больше вес и легче выжать его. Мы берем самым широким хватом сейчас. После этого выводим штангу. Позиция штанга находится над солнечным сплетением. Лопатки сведены. Делаем вдох, задержку дыхания. Саня, делаем вдох, задержку дыхания и опускаем штангу. Солнечное сплетение. Локти находятся под 45 градусов по отношению к корпусу. Спокойно, плавно опустили и выжали.
всегда хорошо, когда присутствует страхующий человек. Потому что бывают непредсказуемые ситуации, когда мышца работает и потом внезапно отходит, приходит отказ мышцы. То есть, чтобы вас не придавила штанга, всегда просите, чтобы рядом был страхующий человек. Не бойтесь нагружать себя по полной. Все, что мы делаем через «не могу», увеличивает нашу внутреннюю силу. И эта сила нам поможет за периметром зала. И мы станем сильными. Самое главное, тренируйтесь правильно, не гонитесь за весами, соблюдайте технику и правильно питайтесь.